Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vico View 3 сделать сброс пароля экрана блокировки. Если вы установили себе пароль, к примеру, пароль, пин-код или же графический ключ, и, к сожалению, так получилось, что вы его забыли, и что же вам делать в такой ситуации? В первую очередь, вам нужно выключить ваше устройство. Затем зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно несколько секунд. Попадаем в такого рода меню. В данном меню, используя кнопку громкости вверх, можем перемещаться, и кнопку громкости вниз можем сделать выбор. И нам нужно выбрать первую опцию Recovery Mode. Затем в следующем меню используем кнопки громкости для перемещения и кнопку включения, чтобы сделать выбор, и выбираем опцию Wipe Data Factory Reset. И затем подтверждаем, выбрав Yes. Спустя пару секунд появляется сообщение здесь Data Wipe Complete. Вот оно у нас появилось. И после этого выбираем первую опцию Reboot System Now, чтобы перезагрузить наш телефон, и он будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!